Спасибо вам за помощь, товарищ Барышев. Но, как я уже говорил, дальше мы здесь сами справимся, да, своими силами. Справились уже. Иваныч, ну что там у тебя? Есть хоть какая-то конкретика? Да как тебе сказать? Смерть наступила часа 3 тому назад. Ну а криминал это или несчастный случай, я тебе так сходу прямо сказать не могу. Может быть, он сам упал. Ударился об угол этого самого стола, вот и все. Судя по всему, выпил-то немало. Бутылка-то пустая. Вот его и повело. Он вообще не пил. Ни в дома спиртного не держал. Если я не ошибаюсь, вы здесь в Сосновке человек новый, да? Откуда же тогда такие подробности вам известны? Я вчера здесь был, по его приглашению. А, ну да, как же. Жаждал обвинить Капкова в убийстве Надежды Тереховой. Его только улик никаких не припас, да? Ну, я надеюсь, что теперь вы не смерть Надежды Тереховой не будете квалифицировать как несчастный случай. Я бы на вашем месте подумал, может быть, это двойное убийство. Ну, может быть, они взаимосвязаны? Послушайте, Леонидов, какого черта вы вмешиваетесь в ход расследования? Давайте мы уже здесь как-нибудь сами разберемся, а? Даже не сомневаюсь, только как? Получается, что одна сама утонула, другой сам упал. Мы все смотрели. Нет никакого ноутбука. Ноутбук вчера был. Значит, убийца его с собой взял. Вот, под окном, в кустах валялся. Ну, спасибо вам большое за помощь. Дальше мы сами. С усами. Дорогу показать, а? Или сами найдете? Мужчина, вы позволите? Пожалуйста. Уроды. Я, конечно, могу ошибаться, но телефон, который нашли в противнике, очень похож на Капковский. Да тут и без телефона все ясно. Между жилищем, где живет Шиповалов, и местом, где утонула Терехова, рукой подать. Мы же знаем, что он за ней наблюдал, правильно? Значит, теоретически мог видеть убийцу. А ты сам мне говорил, что на кладбище он при всех обвинял Капкова. Вот. При всех обвинял. Вот. А ты о чем? Ну, просто я думаю, что кто-то мог использовать это публичное обвинение. Ну, тем самым... Тем самым поставить Капкова. А его в поселке ой как не любят. Слушай, а что ты так уверен, что он невиновен? А какой смысл ему меня нанимать? Ну так следак-то дело закрыл. Понимаешь, Шиповалов, кроме голословных обвинений в адрес Капкова, толком ничего не сказал. То есть ты решил мочить? Что, нет желания с Капковым сейчас пообщаться? Нет. Завтра утром наведусь. Ну, бесячий взгляд. У нас новый план? Старый. Надо сейчас к Александре поехать и поговорить с ней. Она же тоже была на похоронах Нади. Я думаю, что-то мы упускаем. Упускаем. Мы время тут упускаем. Блин, да уберите машину, ну невозможно, а? Ну сколько мы здесь стоять будем? Уже стемнело. Ой. Кроме Веденского вашего, вроде все остальные были свои из поселка. Хотя не то, чтобы сильно рассматривала ситуацию, знаете ли, не располагала. Шиповалов этот в голове не укладывается, ведь только вчера заходил. Я вообще думаю, что эти два убийства связаны. Лех, а может, ну его нафиг, а? Серьезно, ну пусть местные следаки тут парятся. Но если ты так соскучился по расследованиям, давай возвращайся к нам в отдел из отпуска. Там у нас дел выше крыши. Извините. Да, нет. Вот объясни мне. Чего? Получается, что Шиповалов и Надя давно знакомы. Ну, там запутанная история. Они вместе учились в школе, потом он в нее влюбился.
Потом это чувство превратилось в просто какой-то, не знаю, маниакальный характер. Она написала заявление в полицию, а потом забрала свое заявление с полиции. И ты думаешь, что Капков об этом знал? Нет, конечно, нет. Это давно было, и вон Барышев в архиве откопал. Ну чё, Анюта? Угу. Слушайте, я, наверное, поеду. Ну, дуй. Барышев, и помни, избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости. А, молодец. Ну, а то, Суньцзы. Суньцзы. Отличная книжка, может, прочим. Да, молодец. Лёш, ну вот а почему бы нам не попросить Мошкина показать нам фотографии с похорон? Ну, он же наверняка все и всех фотографировал. А, неплохая идея. Тем более местный фотограф должен знать всех. Молодец. Итак, что мы имеем? На глазах у всех Шиповалов публично обвиняет Капкова в убийстве Надежды, а затем в тот же вечер погибает. На месте убийства найден телефон Капкова. Получается, что он там был? Или телефон подкинули? Вопрос. Так, все просто. Надо понять, кто стоит за всем этим. Надо понять, кто стоит за всем этим. Постановление на обыск. Вы бы, гражданин фотограф, под ногами не путались? Да, да. Нельзя. Да, да, сейчас пару снимков сделаю, все. Угу. Николай Иванович, вот товарищ настаивает, что ему надо пообщаться с хозяином дома. Ба, знакомые все лица. А вы припозднились сегодня, Алексей Алексеевич? Да и трупов пока не видно, да, я надеюсь. Гражданин, представитель СМИ, вам тут, в принципе, и находиться-то не должно. Ухожу, ухожу. Не мешайте следственным действиям. Вот, на подоконнике нашел. Что вы на это скажете, гражданин Капков? Я понятия не имею, что это за ноутбук. Откуда он здесь взялся? А вот и чудненько. А вы действительно сегодня очень вовремя. Вы подойдите, подойдите. Узнаете, Алексей Алексеевич? Леонидов, не говорите ему. Я настаиваю, что мне этот ноутбук подбросили. Прошу прощения, но... Да, это ноутбук Шиповалова. А эта вещица вам случаем не знакома? Я могу сам ответить. Это браслет Нади. Она здесь часто бывала, и мои люди это могут подтвердить. И что? Ничего, так и запишем. Найден браслет погибшей Надежды Тереховой. Я не понимаю, вы на что намекаете? Я вам советую позвонить своему адвокату. Уже? Гражданин Капков, вы задержаны по подозрению в убийстве Виктора Шаповалова и Надежды Тереховой. Уведите его. Олег, доброе утро. Здравствуйте. Генеральная уборка? Как видите. Олег, у меня будет к вам один вопрос. Скажите, а что вчера делал Владимир Петрович после похорон Нади?
Приехал, выпил, вызвал меня, просил отвезти его на пляж. И? С пляжа меня отослал. Сказал, что хочет побыть один. Через пару часов я приехал и его забрал. Угу. А куда-то потом еще заезжали? Нет. А что у вас с соломинкой? Владимир Петрович искупаться решил. В одежде. Вот теперь проветриваю. Спасибо. О, а вы что здесь делаете? Работа такая. Работа такая. А где же ваш фотоаппарат-то? Разбил объектив вчера. Вполне удачно. Хотел с утра в город за новым съездить, но сообщили, я не мог не приехать. Да. Вы вчера на похоронах фотографировали, да? Может, вы мне скиньте фотографии? Да, конечно. Я их сразу в редакцию на сервер скинул, не разбирал. Ну, замечательно. Спасибо. Ой, извините. Да. Да. Точно вам говорю. Только что. Я своими глазами видел. Сейчас фотографии скину. Так, Капков. Капков. Если он действительно не врет, ну, то, что мы подкинули и ноутбук, и браслет, то это мог сделать человек, который вхож в его дом. А единственный человек, который имеет на это право, это Ольшанский. Капков. Ольшанский. И вообще у меня складывается такое ощущение, что он знает больше, чем говорит. Смотри, какая фотография. Вот поразительно. Вот как Мошкину удалось его так поймать? Все-таки фотографирует он лучше, чем пишет. Да, редактор тоже так считает. Единственное связующее звено между Надей Шиповаловым и Капковым — это бывший муж Нади, Суворин. Суворин знал, что Надя собирается замуж за Капкова. Да и вот эту давнюю историю Шиповалова тоже знает. Так, там же еще эта потерянная статья. Мне бы просто вот попасть в дом Надин. Уж я бы там нашел бы ответы на все вопросы. Так. Пойдем. Идем, идем. Иди, Саша. Иди. Саша, ты знаешь, что ты делаешь? Мы этим лазом еще в детстве пользовались. Я вообще удивлена, что он до сих пор сохранился. Ты знаешь, ну повезет нам реально, если ключ от дома окажется там, где родители Нади его все время прятали. А-а-а! Пожалуйста. Ну? Я на шухере. Нашел. Что это такое? Держи. А, знаешь, это эти вот открытки, ага, которые вкладывают в букеты. Смотри, одна всех их хранила. А вот интересно, кто их привозил? Ольшанский? Ну, потому что сам Капков это не мог делать, сразу понял, что у него роман. Если бы Ольшанский привозил, тоже бы весь поселок знал, что у них роман. Видишь, он ей каждый день привозил по букету, а то не по одному. Да. Надо же. Мировому судье от гражданки Тереховой Надежды заявление. Прошу вас расторгнуть брак с Сувориным Игорем Михайловичем. По моему желанию, смотри. Так, интересно было бы узнать, на каких условиях он согласился дать развод-то, а, Суворин? Детей у них не было, родители умерли. Получается, ему достается по наследству этот загородный дом и квартира в городе. Ну, выходит, значит, он единственный, кому смерть Нади была выгодна. Ну, выходит так. Давай! Скорей, скорей, скорей! Скорей! Осторожно! Давай!
бежишь. Тихо. Успокойся, ты. Дай бумажник. Все, спокойно. Спокойно. Я с ужасом думаю, что было, если бы нас заметили. Угу. Заметили. Никто бы не заметил. Все, тихо. Стой. Посмотри, кого мы испугались. Серьезно? Ой, господи, вот мы. Я требую, чтобы вы немедленно отпустили моего клиента. У вас нет прямых доказательств причастности его к преступлению. Ну, это решит суд, хотя имеющиеся у нас улики. Улики? У вас нет никаких улик. А те, что есть, насколько мне известно, косвенные. А как же мобильный телефон вашего клиента, найденный на месте убийства Шаповалова? Он был не трезв. Это может доказать его водитель. Он ничего не помнит. И некие люди могли воспользоваться этим обстоятельством и ограбить его. А как же ноутбук? Мне известно, что отпечатки пальцев обнаружены не были. Зато на бутылке, оставленной в доме Шаповалова, четко просматриваются отпечатки пальцев господина Капкова. Слышь, ты мне все за все ответишь! Я тебе покажу, как прилюдно невинного человека обвинять. Струсил, гад? Майку камень нашел. Держи, сейчас. Видишь? Глянь. Вода такая теплая. Не соленая. Пойдем купаться. Пойдем. Нет, ну пойдем купаться. Ну, пожалуйста. Ну, так, пойдем. Я пойдем, сегодня не пойду, мне холодно. Пойдем. Нет. Ну, что у тебя там? Что интересного? Правда, ни статьи, ни черновиков, ничего. Есть только проектная документация по отелю Капкова. Но она разная. Вот это странно. В смысле разное? Дай глянуть. Не трогай мокрыми руками документы. Ой, какая учительница. Прям учительница. Знаешь, я уверен на 100%, что все школьники, старшеклассники, все в тебя влюблены. Угу. Смотрят на тебя влажными глазами, моргают вот так. На, заслужил. Перед такой наглой лестью даже я не устаю. Ну хорошо, что здесь не так-то? А ты листай дальше, там еще один экземпляр. И в том, и в другом ты увидишь там пометки всякие. Ну, подожди-ка. Расчеты. Но они сделаны разной рукой. И расчеты не сходятся. Видишь? А, да. Проблема. Угу. Слушай, и Капкова задержали, некого спросить. Может быть, это Надя по его просьбе переправила? Слушай, а если расспросить этого ее бывшего начальника? А, Веденского. Отлично. Завтра съезжу, узнаю. Пойдем купаться. Нет, пойдем купаться. Нет. Так, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Давай, сегодня. Все. Пойдем купаться. Все, пошли. Давай. Я все равно не пойду. Ну что, снимай шорты. Пойдем. Я не пойду. Я пойду. Пошли. Не давай, иди, а ты с ума сошел. Я не пойду. Да, вы совершенно правы. Крайне сомнительная история. Вот расчеты, сделанные рукой Нади. Я даже перепроверил для пущей уверенности. Угу. Угу. Хорошо. Что вот это может означать? Второй вариант. Ну, кто ж теперь скажет? Может быть, заказчик усомнился в правильности расчетов и просил перепроверить. Ну, что-то они поздновато усомнились. Строительство уже начали. Но это только предположение. Но на самом деле, мне кажется, что кто-то просто пытается выбить Капкова с рынка. А почему вы этим заинтересовались? Это как-то взаимосвязано со смертью Нади? Не знаю. Пытаюсь выяснить. Ладно. Ну, надеюсь, я вам помог. Да, несмотря на наши сложные с Надей взаимоотношения, то, что произошло, это ужасно. Да, спасибо. Да, алло. Привет, хорошие новости. Да ты что? Я нашел Суворина. Ну и как ты вычислил? Не поверишь. Участкового настропалил. Вот есть нормальные еще люди на планете, правильно? Которые любят свою работу и выполняют.
Он мне сразу отзвонился, как только Суворин... Как только Суворин появился здесь. И дежурил здесь, пока я не приехал. Ну что, самое время поговорить с Игорем Михайловичем. Игорь Михайлович, следственный комитет открываем. А вы по какому вопросу? По вопросу... Игорь Михайлович, я думаю, что не в ваших интересах, чтобы мы озвучивали эти вопросы прямо на улице. Откройте, пожалуйста. Мы войдем. Ну что ж, я вас слушаю. Да нет, это мы вас слушаем. Товарищ Суворин, расскажите-ка нам, где вы были целую неделю? Уехали, понимаешь? На звонки не отвечаете, на связь не выходите. А по какому, собственно, поводу такое внимание к моей персоне? День гибели вашей жены вы приезжали в Сосновку? Приезжал. Надьку не видел. У меня с другим человеком была встреча. В конце концов, это мое личное дело. Да, мы понимаем. Игорь Михайлович, мы знаем, что на момент убийства вашей жены у вас есть алиби. Помогите нам, пожалуйста. Нам нужна ваша помощь. Может быть, вы видели что-то подозрительное, слышали, что помогло бы нам найти убийцу. Подождите. Следователь сказал, что Надя, она сама ударилась и утонула. Следователь мог сказать все, что угодно. А у нас в связи с открывшимися новыми обстоятельствами дело возобновилось. Поэтому вопрос я повторяю. Зачем вы ездили в Сосновку? С кем встречались? По какому поводу? Я встречался с ее хахалем Капковым. Мне нужно было с ним поговорить. Можете у него спросить. Знаем мы, как поговорили. Бабки взял? А что, собственно, такого? Вот что в этом такого? В конце концов, это мое, ну, наше, в смысле, мое, это личное дело, и к смерти Надежды это не имеет никакого отношения. После Капкова вы куда направились? К Наде направился, хотел пожелать ей счастливой семейной жизни. И? Ну, а там хмырь какой-то был. Я к дому подошел, окно было открыто, я услышал, что они там ругаются вроде из-за Капкова. Сможете описать этого человека? Нет, и голос незнакомый. Я заходить не стал. У Надюши просто слышно было. Не то настроение, чтобы я к ней с шуточками лез. А что? Куда из Сосновки поехал? Домой поехал. А на следующий день уехал по делам. Куда уехал? На целую неделю же уехал. Трубку не поднимает. Ему следственный комитет звонит, он как сквозь землю. Я был занят. Настолько был занят, что не смог приехать на похороны жены? Не мог. Я ведь Надежду тогда, в тот день, дважды потерял. Сначала, когда на этот мерзкий развод согласился. Потом Надюша и вовсе не стала. Я любил Надю. А теперь все. Всего лишился. Так вот. Просто. Всего лишился это денег, которые получил за развод от Капкова. Из казино. Пошли. Из города никуда не уезжайте. Вы нам можете еще понадобиться. Ой, господи, боже мой. Господи, какой хлюпик, а? Как же не повезло Тереховой. А мне кажется, он говорит правду. Ты договорился? С какого можно увидеться? Да нет пока. Там вообще-то адвокат мутит. Уже все связи напряг, которые были. А там, глядишь, может, на домашний арест. А может, вообще под подписку о невыезде. Там и пообщаешься.
Чего ты вот едешь, сопишь? Дышит, дышит. Ну да, я перегнул палку, и что дальше? Я вообще вместо тебя гораздо больше делаю. И, кстати, твою работу. Вот меня уволят, ты возьмешь к себе на обеспечение. Как вести себя будешь? Со слов Суворина, Надя с кем-то ссорилась из-за Капкова. Опять этот Капков. Кому же он так перешел дорогу? И при чем здесь Шаповалов? Если понять мотив, мы найдем убийцу. Ничего просто так не происходит. Ничего. Там был, поэтому и позвал. Рассказывайте. Я в тот день после похорон домой приехал. Выпил, ну, Надю помянул. Потом так на душе хреново стало. Попросил Олега, чтобы он меня на пляж отвез, но там, где Надя утонула. Олег был с вами? Или еще кто-нибудь? Кто-то может это подтвердить? Нет, никого там не было, да и Олега я сразу домой отправил. Ну, просто хотелось одному побыть. И? Ну что, и выпил еще, и пошел домой к этому Шаповалову. А он там мертвый лежит. Давай, выходи. Поговорим, как два нормальных мужика. Прихватили. Теперь понятно, почему на ней ваши отпечатки пальцев. Скажите, когда приехали к Шаповалову, не было ощущения, что, ну, рядом с домом кто-то есть? Никого не видели? Никого. Но я когда бутылку на стол поставил, мне показалось, что за окном в кустах кто-то промелькнул. Низкий. Во что был одет? Да нет, я же пьяный был. Понятно. Дальше? А что дальше? Он домой ломанулся. Начал Олегу звонить, чтобы он меня приехал забрал. Он не отвечал. Может, я тогда мобилу обронил? Может, и обронили. Дальше куда вы пошли? Дальше на пляж вернулся. Рассказывайте дальше. А дальше Олег приехал, домой завез. Вы когда увидели Шаповалова, почему в полицию не позвонили? Честно сказать, думал, что померещилось. Ну, напился, с кем не бывает. Думал, утром проснусь, посмотрю. Ну, утром вы все видели. Когда были там, ноутбук не видели? Какой ноутбук? Я его как увидел, так... Как он оказался у вас? Не думали на эту тему? Думал. У меня нет никаких предположений. Может быть, это Олег сделал? А что, Олег за меня горой. Откуда такая преданность? Давайте я вам сейчас кое-что расскажу, но это останется между нами. Давайте. Я Олега на работу взял, когда оказалось, что у его матери очень серьезная болезнь. В общем, я лечение оплатил, сиделку нанял, зарплату поднял. Кто угодно, но только не Олег. Убедительно. Хорошо.
Хорошо, тогда я вам расскажу маленький секрет. Только он должен остаться сугубо между нами. Мы наведались в дом Нади, обнаружили там две копии проектных документов на ваш отель. Одна копия с пометками Нади, а другая странная. Я вот думаю, может, эта копия имеет отношение к убийству? Сомневаюсь. Та вторая копия яйца выеденного не стоила. Состряпана на скорую руку, да Надя мне ее показывала. Она как компромат даже не годится. А авторы, которые ее писали, вряд бы пошли на убийство. Не тот уровень. Угу. Тогда откуда она? И для чего? Да кто его знает? У нас у бизнесменов чего только не бывает. Может, конкурентную гадость хотели какую подложить, она всплыла раньше времени. Какая сейчас разница? Надю это все равно не вернет. Да. Олег, знаете, я пройдусь. Спасибо. Хотя, знаете что? Довезите меня до дома Шповалова. Вас подождать? Да, пожалуйста. Кстати, хотел спросить. Сами что думаете, кто убийца? Я? Не знаю, я ж просто баранку кручу. Не приведняйтесь. Своя версия наверняка у вас есть. Точно не шеф. А улики? Ну, а что эти улики? Ну, может, менты сами. Ну, то есть, простите, сотрудники постарались. Им и на руку. Маловероятно. Я когда нашел труп Шаповалова, ноутбук при мне уже не было. Да. Не обратили внимания ни на какую странность, когда шефа забирали с пляжа? Да мне особо не до наблюдений было, сами понимаете. Понимаю. Понимаю. Послушайте, вы меня напугали. Ну. Да я как бы тоже не ожидал. Тут везде кусты эти, и вы. А что вы здесь делаете? Да вас я искал. Сижу там в машине один, как дурак. Ну, теперь нас двое. Что?
Что, простите? Ничего, послушайте, у вас есть какой-нибудь пакет в машине? Ну, найдем, а что это? Не знаю. Это предстоит нам узнать. Пойдемте. Славный вечер какой. Угу. Море шум, чайки крик. Стихотворишь? Нет. Просто привлекает твое внимание. Ты уже 15 минут молчишь и хуже того мешаешь несуществующий сахар в чае. Прости, задумался. Это я вижу. А о чем? О мошке. Прекрасно. Главное, подстать вечеру. Расскажи мне все, что ты знаешь о Мошкине. Ты серьезно? Да. Ты хочешь поговорить про Мошкина? Все, что ты знаешь о Мошкине. Чего? Ничего. Давай. Мошкин. Мошкин – клубок нереализованных надежд, скажем так. Угу. Мечтал поступить на журфак, но… Ну, не поступил. Даже пробовать не стал. Я отговорила. И чё? А что? Он спросил, я честно ответила. Пишет он плохо. От слова совсем. Ну вот… Не дано, нет у человека таланта. Ну, возьми, послушай. Ты прям это, роковая женщина. Я да. И что дальше было? А дальше неинтересно. Закончил какой-то техникум, но потом, видимо, страсть взяла свое. Подвязался фотографом. Ты понимаешь, он импульсивный. Торопливый. Если ты работаешь с текстом, это прям беда. Mm. А для фотографа-хроникера – в самый раз. Да. Ты еще хочешь поговорить про Мошкина? Mm-hmm. Mm. Что-нибудь еще? Ничего, просто он безобидный, как моль, и более того, бестолковый. Mm-hmm. Ну, может быть, может быть. Может быть. Может быть. Здрасте. 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 Можно снимать? Да, конечно, конечно. Угу. Ну, у вас новый объектив. Дорогой, наверное. Да уж не дешевый. Я, знаете ли, профессионал. Вне всякого сомнения. Знаете, ваши фотографии с похорон не очень помогли в расследовании. Да, собственно, с самого начала все было ясно. Не знаю. Знаете, чем дольше я здесь нахожусь, тем чаще я слышу, что Капков убийца, Капков убийца. У меня такое ощущение было, что я нахожусь внутри какого-то спектакля по плохо написанному сценарию. Вы о чем? Дмитрий Васильевич, этот сценарий написали вы. Присаживайтесь. Когда Владимир Петрович решил затеять эту стройку, Надя, как истинный патриот этого места, естественно, начала сопротивляться. Ваши фотографии выложены были на каком-то интернет-ресурсе, даже какая-то газетенка что-то здесь писала. И вы поняли, что вы поймали удачу. Вам она улыбнулась. Вы решили разбогатеть и прославиться. Вы обратились к конкурентам господина Капкова и предложили им сделку. Вы помогаете им избавиться от Владимира Петровича, уничтожив его репутацию. Не отпирайтесь, у нас даже есть доказательства. Вот у Николая Ивановича вот распечатка регулярных переводов на вашу банковскую карту от некой строительной компании. Слушайте, это все какая-то подстава. Нет, Мошкин, подстава – это та липовая информация, которую вы пытались впихнуть Наде. А она вас раскусила. Мить, я совершенно серьезно. Статью эту я писать не буду. Этого не может быть.
Не, я же все понимаю, любовь злая, все такое, но... Ты с выражениями поосторожней, а то ведь я и за дверь выставить могу. Ты что, не понимаешь? Я пообещал редактору, что до конца недели предоставлю ему материал. Это же мой шанс. Что я теперь, по-твоему, должен делать? Да ничего не надо делать. Хочешь, я сама все объясню редактору? Скажу, что мы все перепроверили. Фундамент совершенно точно рассчитан на предполагаемую нагрузку. И проект кровли позже был пересмотрен. Поэтому ни о какой опасности обрушения и речи быть не может. Я понимаю, что ты хотел как лучше, но тебе просто подсунули какой-то левый проект. Да это тебе Капков подсунул какой-то левый проект. У меня информация из первых рук. Мись, пожалуйста, давай расстанемся по-хорошему. Я тебе все уже сказала. Уговаривать мне бессмысленно. Ну и в ваши планы не входило, чтобы редактор узнал правду. И вы поняли, что удача от вас отворачивается. Единственная причина — это Мунадя. Дим, ты опять? Я же Дим тебе все сказала. Я против Володиной стройки писать ничего не буду. И тебе не советую. Тогда отдай мне то, что уже написано. Я сам ее перепишу. Нет, я в этом участвовать не буду ни в каком виде. Если хочешь, пиши ее сам, с нуля. Хотя твой опус редактор все равно не опубликует. Я прослежу за этим. И я скажу всем, что твои материалы липовые. Так, я в этом дешевом балагане участвовать не намерен. Вы все равно ничего не докажете. Придушил! Что, если бы руки были не в наручниках? Господин Капков, пожалуйста, уйдите, мы потом с вами поговорим. Тебя в тюрьме достану. Вам советую рассказать все, как было. Тем более, улик у нас предостаточно. И одна из них – это осколки объектива, который вы неловко разбили, убегая из дома Шаповалова. Я все ни о чем не жалею. Они все думали, что я ни на что не способен. Так. Название оригинальное. Тебе. Да ладно. Ага. Слушай, это красиво. Ну, правда. Угу. Цветы мне дарили, вино, конфеты. Но яхту ты пер. Дай посмотреть. А я все не перестаю удивляться тому, что из всех подозреваемых убийца оказался именно тот, кто был все время на виду. Ты знаешь... Нереализованные амбиции — страшная штука оказалась. Мошкину помимо денег обещали еще место в пиар-службе. Ну, это компании строительной. А для него это ой какой карьерный рост. И все-таки я надеюсь, что сюрпризов больше не будет. Обещаю. Давай уедем куда-нибудь. Ну, правда, возьмем палатку, гитара, романтика же. Ну, как скажешь. По мне здесь прям очень даже романтично. Так, давай-ка сюда. Давай.